Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Муж постоянно говорит о том, что устал от всего, в частности от семьи. Полгода говорит о разводе, снимал комнату недолго, но приходил домой все равно и не уходит. Я не понимаю, почему. За эти полгода уволился с работы, где проработал много лет. Его попросили уйти. Нашел другую работу, но через 3 месяца их закрыли. И он опять в поиске работы. Стоит ли мне беспокоиться всерьез? Ну, я не думаю, что вы можете вот по какому-то желанию, да, начать беспокоиться. То есть вы или беспокоитесь, или нет. Вот. Я думаю, что вы уже беспокоитесь немножко, я думаю, что вы уже на это как-то реагируете. И, соответственно, вашу реакцию, в первую очередь, нужно здесь поисследовать. Да, ну, что это за реакция, какими чувствами вы встречает эту ситуацию. Вот. Ситуация, ну, сама по себе, ситуация не хорошая сама по себе, ситуация непростая, вот, потому что очевидно совершенно, что у вашего мужа наблюдается, ну, такой, скажем так, определенный кризис в жизни, вот в его текущей жизни наблюдается определенный кризис. Вот. И, соответственно, к этому нужно, ну, наверное, с одной стороны, и относиться как-то вот так адекватно, да, чтобы человека не отпугнуть. А с другой стороны, нужно и про себя не забыть, вот. И себя не потерять. Вот. Это, ну, такой тоже достаточно важный момент. Вот. Поэтому я думаю, что вы уже как-то реагируете, я думаю, что вы уже как-то встречаете данную ситуацию. Вот, я думаю, что вы уже как-то на нее откликаетесь, на эту на эту ситуацию, на эту историю, которая с вами, ну, вот, случилась. И здесь важно признать, пожалуй, то, что вам важно. То есть здесь важно признать вот именно то, как лично вы на это реагируете. Вот. То есть очень важно вам не избегать того, что вы чувствуете сами. Очень важно вам не убегать от своих ощущений, которые вы видите, замечаете, вот, то, что вы ощущаете, вот. Важно от этого не убегать,
Потому что если вы убегаете от этого, вот, и если вы, ну, будете бежать от своих чувств, от своих эмоций, то, на мой скромный взгляд, ничего хорошего из этого не получится. Вот. Что еще хочется сказать? Еще хочется сказать, что вот мне, например, показалось, исходя из вашего, ну, сообщения, вот, мне показалось, что вы, ну, не воспринимаете то, что происходит с вашим мужем, да, как вот, ну, как кризис его. Мне показалось, что вы воспринимаете его состояние, его поведение, как, ну, знаете, как вот, как некую, не знаю, может быть, блажь, да, вот, то есть мне вот, мне так лично показалось, я очень рад был бы ошибиться, очень рад был бы, если бы я был неправ, вот, я, ну, правда, надеюсь, что я не прав, вот. То есть я надеюсь, что у вас есть ресурсы для того, чтобы, скажем так, чтобы встречать эту ситуацию, ну, более спокойный, более взрослый. Вот. Но если нет, если у вас нет такой возможности, вот, то ничего страшного, если вы не можете так к этому относиться, то ничего страшного, вот, вам нужно и именно вот поисследовать то, как вы к этому относитесь, вам нужно именно поисследовать себя. То есть необходимо как бы обнаружить себя в этом. Вот. Ну, вот в том именно, что происходит. То есть необходимо обнаружить именно свой отклик, вот. Вот, и дальше уже обращаться с ним, с этим откликом, вот, не с какой-то внешней историей, да, а именно с откликом обращаться, потому что если вы будете ориентироваться на мне, да, например, там, на своего мужа и так далее, то это будет уже больше похоже на зависимость. Вот. Ну, а я не думаю, что в зависимости есть что-то хорошее. Ну вот в данном как бы случае, да, я не думаю, что есть что-то позитивное в зависимости. А почему ваш муж не уходит? Это интересный вопрос. А может быть, это связано с тем, что он как-то чувствует, например, что вы его примете, то есть, ну, чувствует как бы, что
что вы готовы его ждать. Чувствовать, что вы ну, не принимаете сами решения, а как-то вот ну, больше ждете какого-то решения от него самого. Вот. И он в этом смысле чувствует себя в безопасности, да, вот, ну, как бы, чувствует себя в безопасности, он может, вот, ну, позволить себе, значит, не принимать каких-то ну, каких-то решений. А вот, может быть, он верит в то, что вы, ну, что вы будете его ждать, верит в то, что ну, вот, никуда вы от него не денетесь. То есть, опять же, ну, здесь очень сильно чувствуется то, что очень сильно чувствуется то, что вы нацелены больше, ну, больше на него нацелен. Вот. Не на себя, да, на него. Вот. И когда это происходит, то люди, в общем, ну, поступают так, как им удобно. То есть логично. Вот. А вам трудно, я понимаю, прекрасно понимаю. Вам трудно, я прекрасно понимаю, что вам тяжело. А вот, но во многом это, как мне кажется, связано с тем, что вы боитесь, как бы сами, ну, какое-то решение принять. Вот. То не хотите принимать решения вот, самостоятельно, а больше хотите, чтобы вот, принял муж ну, решение. Вот. Ну, в итоге он и принимает решение, только это решение такое, какое удобно ему, а не вам, опять же. Вот. И, соответственно, вот. В итоге вы просто недовольны, не удовлетворены. Вот. И, ну, в общем, не знаете, как вам действовать, не знаете, что вам делать. И так далее. Вот. Поэтому, на мой взгляд, вы уже беспокоитесь, вот. На мой взгляд, вы уже как-то реагируете на это. Но, пока что, запрещаете себе признавать, что как-то вы реагируете на это. И до тех пор, пока будет происходить так, вы будете оставаться вот в подвешенном таком состоянии. Вот. Вы будете оставаться вот в таком неприятном для себя положении, когда совершенно непонятно, чего ждать. Понимаете, да? Поэтому я думаю, что вам в первую очередь необходимо вот как-то, ну,
спросить себя, чего я хочу вообще? Ну, мне это вообще вот что нужно. Да? Для меня это вот, ну, что ценно. Вот. И вот как-то уже исходя из этого, ну вот продвигать свою позицию, которая у вас есть. Вот. Мне кажется так. Я прекрасно понимаю, что это непросто. Я прекрасно понимаю, что ваш муж может, ну, как-то вот начать идти в отказ, в какую-то деструкцию, вот, но, судя по всему, ему сейчас нет особой выгоды что-то в своей жизни вот так кардинально менять. То есть это вот тоже такой важный момент. Вот. То есть, ну зачем? Зачем ему что-то решать, зачем ему что-то думать, да, если вот вы готовы ждать, терпеть и так далее. Вот. Очень важным моментом является то, как вы коммуницируете с ним. То есть ну, вот, как складывается ваше общение с ним, с мужем. То есть какое-то общение, формальное ли общение, которое, ну, завязано, там, условно говоря, ну, на чисто обсуждение ну, хозяйственных моментов, да, и так далее. Или больше это общение, ну, такое вот оно, дружеское, непринужденное больше. Вот. То есть тут опять же получается есть вот свои моменты, тут опять же есть свои нюансы, на которые имеет смысл, как мне кажется, ну, обращать свое внимание вам, как минимум. Вот. Для чего? Вот опять же, зачем? Чтобы лучше понимать себя, чтобы лучше понимать свою направленность, чтобы лучше понимать и чувствовать свою позицию. Вот. А сейчас ничего этого нет. Сейчас вы, ну, вот, такое ощущение, да, как будто, вот, так, знаете, вот вы, как будто бы сжались, да,
И, значит, будучи женой, ждете, что муж к чему-то придет. Вот. А он не приходит. Ну, буквально не приходит, не приходит, не приходит, не приходит. Очень долго так может продолжаться. Вот вы говорите про полгода, да? Но так может и несколько лет быть. Совершенно спокойно. Поэтому в первую очередь определитесь со своей реакцией. И посмотрите на то, как вы с ней обращаетесь. Как муж реагирует на нее. Во-вторых, уточните, как муж себя чувствует. И предложите помощь специалистов, психологов, в том числе и себе, потому что у вас есть трудности в контакте, в общении, если человек выбирает быть один. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Обращайтесь за помощью.